Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и сегодня мы поиграем в Skywars Solo, ребята. Да, будем сегодня месить всяких нехороших человек, будем убивать их. Ну почему нехороших, а нехороших? Опять я около этого чертового места. Ну, кстати, я все время около него появляюсь, вот никогда вот там вот не появлялся, все время около вот этих кактусов, около этого дерева, около этого развалинного куска. Убивать сегодня на небесных воинов других игроков, и нам нужно остаться одному. Да, в принципе, не так уж и сложно, нужно всего лишь убить 15 человек. Ну, это если убивать всех. А так, в принципе, еще половина сама себя поубивает, а тебе останется убить только 2-3. Ну, мне лично. Ну, это если повезет. Если не повезет, то все будет намного хуже. Скорее всего. О, это я понимаю, уже лучше. В всякий случай, вот так вот еще сделаем. Оп-оп, все отлично. Теперь у нас все есть. У нас даже есть топор, а это хорошо. Можно порубить себе дерево. Отличненько. Что же у нас там чуваки-то делают здесь? Ничего. О, смотри, уже строят. Вот это он дерзкий. А это дерзкий парень. Ну-ка давай отсюда, я тебе сказал. Все, его убили уже, что ли? А нет, он там с удочкой дерется. Все, парень, до свидания. До свидания, было приятно с вами познакомиться. Нет, я обманываю, ничего не приятно мне было познакомиться, если честно. Куда-то прыгнул, кого-то он пытался убить. Ну, это было бессмысленно изначально. О, один парень убил другого парня, и там, кажется, куча лута. Мне это нравится. Мне это определенно нравится. Так, там что, я его убил? Да, я его убил. Отлично, куча лута, оно меня ждет. Я пойду туда. Чуваки дрались. Я добил парня. Блин, за что обожаю Skywars? Можно смотреть, как другие дерутся, а потом забирать весь их лут, потому что они потратят хп. Не, на Skywars это, кстати, отличная тактика, ребят. Пользуйтесь, и всегда советую. Не старайтесь врываться вперед. Как бы нет, ну врываться вперед это как бы нужно. Но не всегда это стоит того. Я сейчас объясню, почему так. И почему стоит, например, выждать, переждать и так далее. Если вы видите, что сзади чувака еще один враг, вы можете дождаться, пока он ворвется, он за вас нанесет ему дэмэдж, а вы уже просто добьете, вы скажете, ну что это, не так, не дело. Да не, нормально, ребята, это хорошая тактика, поверьте мне. Самый лучший вариант для тех, кто не хочет сильно париться. Понимаете, главное на Skywars это победа. И если вы хотите победить любой... На Skywars нет никаких запретов, ну, кроме всяких читов, багов, да? Вот, хотя вот то, что дропается двойной дроп, это уже баг, и мы его никак не фиксим, да, потому что нам лень. Не, ну я не знаю на самом деле, почему. Мы хотим уже давно переписать весь Skywars, и вообще полностью сделать по-другому все. Хотим сделать классы, чтобы ты покупал классы, он навсегда делался там. Ну, короче, вот таким вот образом, они каждый раз ценного класс покупать и так далее. Вот, ну, конечно, и цены будут, скорее всего, другие на классы. То есть, ну, там, за один класс нужно будет там порвать жопу, чтобы взять там, ну, и так далее. Ну, потому что, например, все будут, например, на лучника копить. Ну, это понятно, да, почему. Я не думаю, не стоит объяснять. Но там уже будет совершенно другая система. Вот, но Skywars станет Skywars'ом, естественно. Не беспокойтесь. У меня уже есть некоторые планы на этот счет. Скажи мне, вот, булыжника. Можно теперь строить бесконечные дороги. Вот еще булыжник. Там уже больше ничего интересного нет. Так, ну что ж, где наши враги? Вот там вот один есть какой-то стоп, ниндзя, бот, 33 тысячи. Нужно сделать себе вот так вот. Он спустился вниз ненадолго, это мой шанс. Вот так вот сделаем. Стрелять из звука собака, смотри. Он хотел бы мне из звука стрельнуть, вот засранец. Ну и я в итоге опередил его, показал ему, кто отец стрельбы из лука. А кто еще... А, слушай, он что-то назад побежал. Парень? Что такое, засал что ли? Стреляет, настреливает там. А где еще один? А, еще один подбирается ко мне сзади, да? Херово! Нужно с ним разобраться как можно быстрее. Все, отлично, разобрался. А что у него там есть? Не знаю даже, что у него там есть, но можно посмотреть. Парень хотел меня убить, а? Подкрасться ко мне хотел, да? Не вышло! На!
Какая бы у тебя там гармазная броня ни была, я все равно тебя уничтожу. Он из удочки почему-то в него кидается, лучше бы стрелял из лука. Не, если мы будем так размениваться, он все равно рано или поздно умрет. Пытается стрелять из лука. У него это что-то херово получается, если честно. У него, конечно, броня намного лучше, чем у меня, поэтому я и не лезу. Это просто бессмысленно сейчас лезть на него. Ну что ж такое-то? Эх! Я был убит все-таки. Что-то я с ПВП затупил, провтыкал, ребята, не за ПВПшился. Но у него броня реально была лучше, да и... На самом деле, тут я зарочил, я рочел, но... Серия получилась неплохая, я убивал людей, я, в принципе, дошел до финала, но под конец мне не получилось. Ну почему бы не выложить фейл? Я же не те летсплейщики, которые выкладывают постоянно одни только победы. Правильно, я могу выложить и фейл, для меня это изи, вот. Но нарезка фейлов все равно будет такая крупная. А этот фейл пусть будет, короче, ну почему фейл? В принципе, я тут не затащил, я рак. Вот, я попашется... Что-то не знаю, только проснулся просто, ребят, надо отмазаться как-то вот, поэтому я только проснулся. Не, на самом деле, только что проснулся, вот. Фух, ну где-то минут, может, 40 назад проснулся, даже чай себе еще не заварил. Вот сейчас, наверное, пойду после этого ролика чай заварю и пойду This War of Mine сегодня тоже засниму. Ну ладно, в принципе, ничего страшного, ребята, нормально получилось, нормально сыграл, под конец, конечно, сосал, ну, неважно. Бывает! В общем, ребята, если хотите убить меня на SkyWars, так же, как этот чувак, заходите на SkyWars, на наш сервер Crystatics, играйте вместе с нами, вон, видите, сколько чуваков уже играет. Вот, сейчас 11 часов по Москве уже играет до хрена народу, я даже покажу сколько. Вот, 777 человек. Ну, раньше такого не было. Ну, это имеется в виду сейчас, конечно, все в школе. Раньше вот время уже до 2000 обычно онлайн доходило. Вот, а рекордный онлайн у нас 3,5к. Ну ладно, ребят, заходите, я вас жду на Crystatics. Ну, на этом все, всем удачи, всем пока.